Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск, и сегодня я хочу уточнить о конкурсе фотографии The New East Photo Prize, который уже не в первый раз проводится при поддержке Photo Keller 22 и одноименного журнала. Главная цель конкурса – открытие новых имен и поддержка талантливых фотографов из Восточной Европы, Балканских стран, России и Центральной Азии. Страны Восточной Европы и бывшей Республики СССР, несмотря на их уникальность, часто предстают перед нами в однобоком ракурсе, не раскрывая их богатую культуру и самобытность. Одна из задач конкурса – позволить фотографам показать эти страны с иной, нестандартной точки зрения, расширить восприятие восточноевропейских стран посредством фотографии. На конкурсе очень серьезная конкуренция, очень много талантливых авторов. И к участию принимаются работы фотографов, раскрывающих социальные и культурные темы, важные темы, а также фотографии пейзажей Восточной Европы. Победитель конкурса получит возможность не только выставить свои работы в галерее Keller 22 в Лондоне, но и найти международное признание, получить отзывы экспертов индустрии, а также получит денежный приз в размере 1000 евро для дальнейшего творческого развития. Участники, вошедшие в лонглист и шортлист, получат серьезную международную поддержку через соцсети, а также медиаканалы фонда Keller 22. Рекомендую этот конкурс к участию всем, кто серьезно увлекается фотографией, кто поднимает важные, актуальные темы. Больше читайте на сайте конкурса. Участие бесплатное. Прием работ до 20 июля 2020 года. Всем участникам желаю успешно выступить. Сообщайте о своих успехах. Будем радоваться этому вместе. С вами был Юрий Притиск.